Thank you. The British Council is very pleased to be working with the Edinburgh International Book Festival to celebrate the 50th anniversary of the Edinburgh World Writers' Conference. So in the summer this year at the Book Festival in Edinburgh, we held a gathering of 50 writers from around the world, picking up the themes from the original conference, which looked at the importance of and the role of literature in society today. And we're extremely excited because the conference has moved from Edinburgh and will be traveling around the world to 14 different countries, all discussing themes around the key role of literature in tackling issues in society. And so we're happy to be here in Krasnoyarsk, working with the Prokhorov Foundation here at the Book Fair, and we'll be hosting three events. Today we'll be looking at the topic of should literature be political? Tomorrow we'll be addressing the future of the novel. And on Saturday we'll be looking at the question of, is there such thing as a national literature? And all of the conference will be streamed online, and we will be trying to engage as much as possible a Russian conversation as part of this international series of events. So thank you all for coming, and I will hand you over to our keynotes for today and the rest of our authors. Спасибо. Большое спасибо. Я думаю, что действительно это будет очень интересная дискуссия. И прежде чем передать слово нашим главным основным докладчикам, я хотела бы сказать несколько слов о самой теме. Она выбрана недаром, и эта тема литературы и политики, конечно, занимает русское общество прежде всего, и это всегда было больной темой для российской литературы. Но, конечно, эта тема прошедшего 20 века и, собственно, начинающегося 21-го. Я думаю, что проблематизация возникла прежде всего, конечно, в связи с травматическим опытом 20 века, где литература во многом должна была реагировать на события этого времени и выстраивать какую-то свою границу, да, и очерчивать свою границу, так сказать, деятельности. Но вообще хочу сказать, что всегда самые болезненные моменты литературы – это было вот ощущение, где заканчивается литература, начинается некоторая сфера политического. Каким образом художественное творчество должно с политической сферой соотноситься? И хочу сразу сказать, я думаю, что главный нерв нашего разговора, конечно, будет вращаться вокруг нескольких разных опытов. А литература и политика в обществе, прошедшие, скажем, тоталитарный опыт, наверное, не совсем такой же, как в обществе, скажем, либеральном, где соотношение социальной жизни, литературной, где отношение государственного человека довольно сильно отличается от системы координат тоталитарно-авторитарного общества. И здесь, я думаю, и возникает, может быть, разное понимание задачи функции литературы, и вот это вот ощущение, что мы как мы видим взаимоотношения литературы и политики, и насколько сфера политического, входящая в литературу, благотворна для нее или, наоборот, трагична. И это тема, которую мы, конечно, вряд ли сможем до конца пересказать и обсудить, но, тем не менее, я полагаю, что, наверное, есть смысл поговорить об этом в интернациональной кампании. Это всегда очень важно, это освежает и собственное восприятие, и ты можешь услышать какую-то другую точку зрения. И я очень рада приветствовать сегодня у нас наших английских коллег, замечательных писателей Вэлла Дорджеса, Тибора Фишера, Терезу Бреслин. С российской стороны у нас будут участники Андреас Фасаторов, наш автор, писатель и филолог, Константин Мильчин, критик, литературовед, знаток французской литературы. И я буду ведущий, Кирилл Кобрин, простите. Историк, редактор журнала «Неприкосновенный запас», журналист.
И я буду модератором, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение». Мы построим нашу беседу следующим образом. У нас будет то, что называется два главных спикера. Это два докладчика, которые сделают основную, так сказать, да, дадут основные тезисы к разговору. Это минут 10. Это будут у нас основные докладчики. Это Мелвин Бёрджесс и Андреас Тацатуров. А дальше у нас возникнет дискуссия между участниками круглого стола. И мы надеемся, останется время для вопросов из зала, которые, я надеюсь, обязательно появятся. И я хотела бы с удовольствием предоставить слово нашему гостю, Мелвину Бёрджессу, для его доклада. Hello, thank you. You can hear me. It's very nice to be here in Krasnoyarsk. I never thought I'd come to this part of the world, and what a pleasure to come here and find a huge international cultural fair and to speak here. So I'm really delighted to be here. So I've hopped from Manchester to Moscow to Krasnoyarsk, and I think the customs impounded my brain somewhere along the line. Possibly it's lying in lost luggage in Krasnoyarsk airport. So forgive me if I stumble here and there. My sleep patterns are hysterical. Okay, so a huge subject, and I've made some notes about this. Should novels be political? And I think my thesis is that you have no choice, because politics affects our lives in so many different ways. The idea of writing a novel which has no politics in it or is not influenced by politics is more or less impossible. Politics defines our relationship with government, with our employers. It shapes the exchanges we have with our friends and families. It helps define what we think and what we feel. And in these days of industrialization, it even affects the air that we breathe and the water that we drink. We're social animals. And since politics is the study of dynamics, and particularly power dynamics in society, it's right there at the base of all culture, including literature of all sorts, whether it's novels, plays, poetry, advertisements, even your shopping list has a political aspect to it. You may as well argue that you can have novels without character in them. It just doesn't add up. But that does not make all writing political. To be political, which not all of us are, is a very different thing to being of politics, which we all are. And I want to make a really clear distinction between these two aspects of politics and novels. And I'd like to look at novels which are overtly political first. And I think that to be truly political, you have to take a stance. You have to take a side, because it's about power. And I'd like to look at a few ways, historically, that literature has dealt with politics. History, I don't know if you have this saying here, history is written by the winner. History is written by the victor. And to that extent, fiction isn't always found in novels. You can sometimes find it in the history books as well. But to stick to more obvious fictions for now, the first writer, not necessarily a novelist, that comes to mind for me is Shakespeare, who wrote historical plays praising the royal dynasty that he was in. He was a propagandist. And I think that the very first role of writers in history is as a propagandist. You see it right back in early historical times when kings and queens were praised. And a related role that writers have had is to be involved in what you might call in the formation of how we regard our nation. Shakespeare's an example of this. Dickens is also someone who's regarded as being very intrinsically English. I think in Russia, Pushkin, Gogol, there are a great many writers who seem to define what it is to be Russian or English. In German, Schiller and Goethe, who were right there at the formation of the modern German state. And this role in nation building is an important part, I think, for writers. These days, one of the most important roles that novelists have is to give a voice
to people, to give a voice to the dispossessed. Political elites have always seen the value in suppressing the culture of subject people, and to an extent, sometimes even speaking a language can be a political act. But giving a voice to people, whether it's a voice to Kurds, whether it's a voice to First Americans, whether it's giving a voice to some of the many different peoples of your huge country, is a really important national role. Another aspect of it is satire, of course. Fabulous, of course, we have Jonathan Swift, and you have a very rich satirical tradition, a lot of it in science fiction, which has played a very important role. Another area, and I think quite a modern area, has arisen, I'd say, largely in the past 50 years, which is that of what you might call interpersonal politics. When I was a young man in the 60s, there was the feminist movement and the rights for women movement, and this is something that looked at the power relationships historically between men and women. Now, people such as Margaret Atwood, Germaine Greer, Simone de Beauvoir are examples of this. And this understanding that you can have politics and power politics between different groups of people, within relationships as well as socially, between individuals as well as socially, is something which has created a whole host of political writing. And my own genre, which is writing for young adults, is in some ways, I think, a grandchild of feminism in this respect. It was feminism that pointed out the roles that women had in fiction, the very circumscribed roles that they had, the very subservient roles, and how very few models there were for women to be strong and to be independent and to make their own decisions and so forth. Writing for teenagers, there is such a small body of literature for teenagers. The role models and the understanding has been very small. And culturally, when you come across a group of people in society who are not given a voice, then by and large, society doesn't want them to have a voice. And in this respect, fiction for teenagers is at least 100 years behind fiction for children. There was a time, of course, when we didn't want children to have a voice either. That's rather changed. And lastly, I'd like to mention those writers who do the most difficult thing, which is to discuss politics in its rawest state, which is how the state itself tries to hang on to power and perpetuate power. And I think that's a very difficult thing to do, because novels, by and large, deal with the inner voice, with the person, with the character, with the relationship, and with the individual experience. And to try and deal with the how the state operates on society in general is a real challenge. It can be done, however. The example that I know best from my own culture is the writer George Orwell, who used allegory in a book called 1984, which was used the politics of a farm of speaking animals in order to try and depict the decay of the revolution here in Russia, and also a book called 1984, in which to use science fiction to talk about the way language was manipulated by the political classes in order to hang on to power. And of course, science fiction is something that you have a fabulous tradition of, with such a strong political critique here in Russia. Now, those are all examples of political literature, of novels which are taking a stance and choosing a side and deciding what message they want to get across. But as I said, there's a big difference between being political and being of politics. So I'd like to quickly look at the ways in which I think politics shows itself in novels which are not overtly political. And of course, in the first place, if you're writing a novel which is in any way realist and which deals with relationships between people who have relationships with institutions in society, you have to understand to some degree the politics of the society that you're writing about, whether it's a contemporary novel or whether it's a historical novel. And as writers, we need to be politically aware in order to be able to discuss these kind of issues. We can't afford to be lazy
about our knowledge of politics, because it does affect people's lives day to day, and if you're writing about people's lives day to day, you have to understand that. Right, so right at the end, I'd like to give myself a challenge, having said that we have to deal with politics, and I'd like to look at the way in which there is a political angle even to books which apparently shy away from real life and which are not challenging and which try to provide that thing which so many people love reading, which is a kind of comfort reading. And the example I'd like to take is a British writer, Tolkien, The Lord of the Rings. It's a book which I've heard has many, many different political analyses. Many years ago, I remember there was an analysis that all the orcs and the downtrodden, they were the downtrodden of the world, the dispossessed, the proletariat, you know, and that the wizards and the hobbits were the bourgeoisie keeping them crushed down. I'm not so sure about that one. But what is true when you look at the structure of the book is that all the enemy is all from without. The hobbits are decent, home-loving folk. And Tolkien has very cleverly defined a very strong impression of home. And you wouldn't call it patriotism as such, but there's a real sense of community and identity, and the attack comes from outside. Now, that, I would suggest, has a political angle to a people reading it. If you'd have had a traitorous hobbit in Lord of the Rings, it would have given that book an entirely different feel. And I would say that is a deliberate strategy on the part of Tolkien. It's not necessarily a deliberate strategy on the part of his imitators. But I think that awareness of how you're structuring even a fantasy story and the political implications, if you like, for the creatures living within it still has a political element to it. And that as writers, even when we're trying to provide porridge and comfort food, we need to be aware structurally of what we're trying to do and how we're trying to do it. And to this expect, then, because society is political and because readers are political, writers have to be political. If we're unaware of the political significance in our books, we are lesser. And to be unaware of politics, I think, is to be only half a writer. Thank you. Большое спасибо за замечательное сообщение. Так, ну а теперь наш второй докладчик, который представит свое видение проблемы литературы и политики. Андрей Стасов. Здрасте, я буду говорить по-русски, если позволите. Должна ли литература быть политически ангажированной? Но я буду говорить, с одной стороны, как филолог, с другой стороны, как писатель. Тема мне представляется, это скорее уместно для вот именно Эдинбургской конференции августа 1962 года, чем сейчас 50 лет назад. 60-е годы – это известно, это время политических турбуленций, активной политической ангажированности европейских и американских писателей. Вот это время политических турбуленций и политической ангажированности, оно стартовало в 30-е годы, когда заканчивается модернистский проект, когда литература обращается к самой себе. 30-е годы. Время очень сложное. Только что прошел мировой экономический кризис. Надвигается Вторая мировая война. 30-е годы потребовали от интеллектуалов Европы и от литераторов очень серьезного выбора. Причем болезненного выбора. Выбора, который требовал проголосовать за некую болезнь. Выбрать из двух крайностей, которые тебе неприятны, наиболее приятные. В 30-е годы было две значительных, серьезных политических силы. Это нацизм и
коммунизм? Это Гитлер или это Сталин? И интеллектуалам приходилось делать выбор между этими двумя полюсами. Вот все возможные другие варианты были невозможны. То есть любой другой шаг означал отсутствие выбора. Конечно, были люди, которые не делали этот выбор, оставались над схваткой, но фактически они действительно не делали. Нужно было принимать решение. Нужно было быть либо с Гитлером, либо со Сталином. Либералы и левые выражают поддержку Советскому Союзу. Это общеизвестно. Так же, как почвенники, традиционалисты поддерживают Гитлера и нацистскую Германию. Роман Ролан приезжает в Россию, встречается со Сталином, затем хвалит публично нашу страну во французской прессе, хвалит наши стройки, пишет о Сталине весьма комплиментарно и пишет об СССР как о замечательной стране. И параллельно ведет московский дневник, который будет опубликован 50 лет спустя. Там действительно настоящие впечатления Романа Ролана от СССР. Впечатления, в общем, кошмарные. Роман Ролан прекрасно понял, в какой кошмар он приехал. И тем не менее, он сделал выбор. Публично он выразил одобрение Сталину и СССР. Вот такой же публичный выбор сделал, например, Луи Фердинанд Селин, но уже в пользу правых и в пользу Гитлера. В 40-е годы и послевоенные годы идея выбора и политизация, политизированность писателей усиливается. Миф о прогрессе оказывается окончательно разрушен. Литераторы стараются передать неизбежность зла, неизбежность какой-то общей и индивидуальной вины. Ну, это, например, Джеймс Джонс, это Норман Мейлер, это Уильям Голдинг, замечательные англоязычные писатели. Все это происходит в той ситуации, когда политическая жизнь Европы и США радикализируется, когда друг с другом борются политические партии, когда друг с другом борются какие-то идеалы и политики, и когда от выбора и от индивидуального участия человека что-то зависит. 60-е годы это известно, это время нонконформизма, это время индивидуального выбора. Соответственно, вопрос, поставленный в августе 1962 в Эдинбурге, должна ли литература быть политически ангажирован, был вполне уместен. Впрочем, уже в 50-е годы появляются авторы, для которых этот вопрос совершенно не актуален. Должна ли быть литература политически ангажирована? Появляются представители нового романа, которые стараются устранить субъекта из повествования или стараются полностью деидеологизировать и деполитизировать нарратив из повествования. Появляются и постмодернисты. В 1955 году выходит первый постмодернистский роман «Floating Opera» Джона Барта, плавучая опера. Роман, в котором уравнены все идеологии, все не принципиально, все является элементом игры, все нереально, любая идеология нереальна, это форма либо языковой игры, либо позы, и не более. Ну, конец 80-х, 90-х годов, вы помните, это время, которое отмечено крайней политической активностью в нашей стране, политическим противостоянием, столкновением самых разных идеалов. Вот это время действительно как будто бы потребовало от писателей, от интеллектуалов политической ангажированности. И в самом деле, мы помним, как интеллектуалы размежевались, поляризировались, расселись по разным партиям,
расселись по разным литературным журналам, либеральным, патриотическим, левым и так далее. Ситуация того, что это время должно было закончиться, в общем, очевидна. Потому что как раз это время оказалось как бы включено в некое большое европейское время, для которого политика уже не более чем игра, для которого уже не существует политики и политиков, а существует всего лишь навсего тексты, техники и языки. Ну и мы знаем, что в нашем обществе 90-е сменились некоторым разочарованием. Плюрализм, свобода слова. Вдруг как бы широкие массы, условно говоря, поняли, что это просто разные коммерческие интересы, разные экономические интересы, разные коммерческие интересы. Это не цель. Или, например, политики, которые казались честными, которые казались правдивыми, которые отстаивали какие-то идеалы, возможно, нам приятные, они оказались уникальными. Ну а главный политик, осенний патриарх, уже с 93-го года, по-моему, выглядел как какой-то такой досадный клоун, вы это все помните. Все это было действительно вызвало некоторое разочарование. Но важный момент. Те политики, которые нас разочаровали, там либералы первого призыва, Ельцин, они боролись за власть. Они прилагали принципиальные усилия, чтобы ее захватить. Вот это очень важный момент. И это говорит им как бы в плюс. Нынешние политики, современные политики, это политики, которые, как известно, за власть не боролись. Их туда назначили. Их назначили на руководящие посты. Они не стремились завоевать массы. За них это делали политтехнологи, СМИ и так далее. За них работала корпорация. Я не скажу, не открою вам никакой истины, если скажу, что сейчас политики в принципе не существуют. У нас в стране действует корпоративная система. Эта система не предлагает нам людей с идеалами, с позицией, с какой-то ярко выраженной политической волей. Это система, которая работает по своим правилам. Как работает по своим правилам любая коммерческая корпорация. Ей не нужны яркие индивидуальности, обладающие какими-то идеалами, политической волей, и нужны такие, ночные сторожа, которые будут следить за тем, чтобы она как бы адекватно работала. Она их порождает. Нужны менеджеры, нужны конформисты, нужны как раз люди, не имеющие политической воли и политической индивидуальности. И, в принципе, литература ведь не должна заниматься поиском идеалов, скажем, традиционная литература. Литература – это мембрана, как я ее понимаю, мембрана, резонирующая с окружающей культурой. И в современной ситуации, как мне представляется, политизированная литература неуместна. Идеология, либерализм, социализм, коммунизм, сталинизм – это всего лишь игры, языковые игры. Их нельзя сейчас заставить создать иллюзию реальности. Сейчас нет субъекта. Персонаж – это всего лишь объект, это результат воздействия на него каких-то сил. Вызов времени, как мне представляется, в том, чтобы остаться одиноким, неангажированным. Давайте вспомним замечательный роман нашего современника Орхана Памука, который называется «Снег». Герой действительно разделяет какие-то идеалы, а вокруг него разные политические спектакли. Политические шоу. С одной стороны, государственники устраивают свои шоу. С другой стороны, исламские фундаменталисты тоже устраивают некое театральное шоу. Он одинок, он тосклив, он несчастен, потому что он единственный, кто не играет. При том, что все те, кто устраивает шоу, и государственники, и
политические фундаменталисты и исламисты, они даже не понимают, что они участвуют в этом спектакле. Они даже не чувствуют своего актерского инстинкта. Мои коллеги-литераторы, многие мои коллеги, мои друзья, достаточно политизированы. И я назову двух. Это Захар Прилипин и Герман Садулаев. Наиболее, как мне представляется, политизированные из всех современных российских авторов. Захар Прилипин, и как будто бы их судьба, их дискурс – это красноречивое опровержение того, что я сейчас произношу и то, что я сейчас отстаиваю. Ну, Захар Прилипин, как вы знаете, автор политически ангажированного романа «Санька». Герой – протестующий, бунтующий человек. Мы знаем, что этот текст был популярен, разошелся с тиражом, регулярно, за регулярностью продается и покупается. Но популярность текста, мне кажется, вызвана тем, что герой осуществляет некий удачный, красивый, эстетический жест. То есть читателя интересует не сам протест политический, не позиция Саньки или Захара Прилипина. Большая часть читателей Захара Прилипина не разделяет его национал-большевистских убеждений. Это факт. Им нравится сама поза, сам красивый жест. Такой же точной позой я считаю его недавнее скандальное письмо товарищу Сталину. Это поза радикала, это поза художника, это поза актера, это не позиция. И вряд ли Захар сам верит в то, что он там написал. Еще один автор – это Герман Садулаев. Тоже автор с отчетливо выраженной идеологической позицией. Он левый, он социалист, он демократ. Роман «Таблетка», «Шалинский рейд» – это откровенно политически ангажированная проза. Но эта проза гораздо менее популярная, чем проза Захара Прилипина. Потому что Герман отказывается от радикализации своей позиции. Он отказывается от действительно радикального эстетического жеста. Он остается политическим автором. И поэтому он менее интересен. Он гораздо более интересен как публицист. Это известно. У него больше читателей, больше аудитории как у публициста, нежели как у писателя. Хотя его романы – это политические и социальные манифесты. То есть мне кажется, что в современных условиях, в ситуации 2012 года, политическая ангажированная литература невозможна. На это поле возможно лишь игра, эстетический жест, некий прием, некая поза, которая будоражит воображение. Спасибо. Большое спасибо. Таким образом, у нас как бы интересны две точки зрения, которые кажутся с первого взгляда диаметрально противоположными. Некая суть первого докладчика, высказывания докладчика, как я, если правильно поняла, что писатель так или иначе не может не быть политически ангажированным. Не обязательно он должен писать политические памфлеты, но вся его деятельность и смысл писательства, он реагирует на вызов времени, но так или иначе, не понимая, что такое политика, автор не может ничего донести существенного до читателя. Что это может быть в виде сатиры, это может голос униженных и оскорбленных, это могут быть межличностные отношения, которые так или иначе все равно проецируются на политику, в данном случае был пример гендерных войн, феминистского движения и так далее. Интересно, что российский докладчик противоположным образом утверждает, что, с одной стороны, литература тоже чутко, мембранно реагирующая на вызов времени, но политически ангажированным
настоящий художник не может быть. Я, может быть, огрубляю, но это... Значит, как бы две... В нынешних условиях, в нынешних условиях. Хочу заметить, что, может быть, прежде чем мы начнем дискуссию, я бы хотела дать маленький комментарий. Я думаю, что позиция как бы, Андрея Сусатурова была вполне логичной, именно исходя из, грубо говоря, нашей исторической ситуации. Дело в том, что нежелание художников быть политически ангажированным в России вытекает из трагедии 20 века, потому что в тоталитарном обществе художнику вменялось быть политически ангажированным, при этом это было не в том, чтобы критиковать власть, а наоборот угадать волю власти и правильно ее отразить. И эта узурпация тоталитарного общества как бы сферу художественного породила в человеке, в творчестве в 20 веке, я говорю о авторитарных государствах, да, именно желание от власти дистанцироваться, вытащить то поле свободы, которое возможно. Поэтому в некотором смысле, мне кажется, при всей, казалось бы, так сказать, вот, выражение как бы, мнения, которое казалось бы диаметрально противоположно, в каком-то смысле. И тот Рыглачев говорил об одном и том же. Да? Политика все равно здесь, но как видят себя художники внутри нее, да, это вот действительно разный как бы, да, человеческий и творческий опыт. Может быть, мне кажется, что два доклада были действительно яркие, которые могут породить целый ряд серьезных дискуссий. Может быть, я бы предложила Тимуру Фишеру высказать свое мнение. Его позиция, да, вот, как все-таки он видит позицию художника, и вообще, что значит быть политически ангажированным? Это вопрос очень болезненный, потому что, как вы видите, согласия здесь двух культур точно нет. Well, good afternoon. I think, I mean, part of the problem, I think, is... as with all these debates, as to how you actually define politics, whether you mean politics with a capital P, as it were, as in party politics, or politics in a lowercase about society. I think Irina made a very important point that there's a huge difference between the Russian tradition and the British tradition. Because I can't think of a major Russian writer who at some point or other didn't have a scrape with the state or with the authorities. And it's very different in Britain. I can only really think of two writers who were, I think, properly engaged in politics, and that's John Milton and George Orwell, who have been mentioned. There are lots of other novelists like Dickens, George Eliot, who I would say had a sort of social conscience, who were interested in society and how it worked. But my personal view is that politics is very dangerous because it's very easy to lapse into sort of sloganeering, and any sort of sloganeering, whether it's political or otherwise, can badly affect a book. Slogans belong on T-shirts, not in novels. To give a Russian example, I think most of us would agree that of Tolstoy's major works, Resurrection is probably the least successful and least enjoyable, because so much of that book is Tolstoy preaching about his various obsessions. The novel, fundamentally, I think, should be about human nature. And as Melvin pointed out, I mean, that's going to impinge from time to time on politics. But as I say, I think it's an area which the novelist should best leave alone. There was a very good, the best political thing in recent years I can think of, there was a very funny British television series called Yes Minister, which was actually about how ministries worked. So in that sense, it was all about politics. But again, the real humour from that sprang from the characters and their interactions.
I mean, I can remember, again, to give another example, when I was at a student studying French at university in the 70s, Jean-Paul Sartre was still very much considered an important figure in Britain and in France, partly because he was still alive, but also because of this political engagement. It made him a very fashionable figure. And that at that time, Camus, who died 10 years earlier in a car crash, was still read, was still respected, but was seen as, I think, as a sort of minor player. And I think now that the pendulum has swung to the other opposite, and I don't know many people, I don't come across many people who read Jean-Paul Sartre's novels, whereas Camus, I think, has come to be regarded as one of the major figures of 20th century French literature. And if you look at L'Étranger, The Outsider, again, you can always argue that there are political elements in it and hovering in the background. But essentially, it's about a character. It's about human nature. Кирилл Кобрин, есть какие-то свои соображения на этот счет? Я бы хотел продолжить то, что сказал Тибор, и некоторым образом не то чтобы оппонировать, но высказать некие замечания по поводу того, что сказал Андрей. Выступление Андрея, оно довольно сильно вписывается в такую русскую традицию, которая описывается словами «кто виноват и что делать». Сначала было о том, кто виноват, а потом было сказано о том, что же надо делать писателям. И, в общем, там содержался некоторый призыв. Я бы продолжил все-таки скорее аналитическую линию нашего разговора и попытался поговорить о том, не о том, что должен делать писатель, и не о том, как плохо или хорошо устроена сейчас жизнь в России, в Британии или, там, я не знаю, в Руанде, а поговорить о том, о чем мы думаем, когда мы думаем по поводу соотношения или отношения между политикой и литературой. Если попытаться аналитически разложить эту ситуацию, то у нас появляются два очевидных совершенно типа. Я отставляю в сторону ситуацию, когда политика становится бэкграундом для какой-то билетристического сюжета. Да? Там, любовь на фоне гражданской войны. Любовь на фоне гражданской войны – это не политика. Да? Это любовь, а гражданская война – это как в экзотическом романе «Джунгли» там, или все что угодно. А если вот отставить в сторону вот эту как бы разновидность, да, то мы видим первое. Первая позиция – это когда литература используется в качестве инструмента для политического месседжа. У писателя есть некоторые политические взгляды, и он с помощью словесности, иногда билетристики, иногда стихов, мы, кстати, все время говорим о романе, но мы не говорим ни о стихах, мы почти не говорим, вот хотя мы вспомнили Милтона, и мы вспомнили Шекспира, мы не говорим о драме, но, в общем, литература не исчерпывается романами, да? Заметьте, мы находимся в рамках принципа, установленного 19 веком, что большая литература – это роман, прежде всего, а все остальное – это как-то так, попоку. Это первая разновидность, когда у человека есть, у писателя есть политическая позиция, и он использует литературу для месседжа, она может быть невероятно притягательна, на самом деле, и с точки зрения литературы успешно, когда литература перерастает свою роль инструмента. Оруэлл – очень яркий пример, да? Оруэлл – писатель, я имею в виду, конечно, его утопию, две утопии, да, «Animal Farm» и «1984».
это те случаи, когда прямой политический месседж стал большой литературой, может быть, даже против желания самого автора. Чаще всего этого не происходит, как, например, в случае Жан-Поль Сартра, о котором говорил Тибор. Это интересная литература, это занимательное чтение с исторической точки зрения, но это не тот случай, когда литература используется как-то помимо, нежели, ну, там, не знаю, стать инструментом. Второй вариант отношений между литературой и политикой, он гораздо более, ну, скажем так, интересный. И он исходит из одной, я бы назвал это такой подход философский. Я бы определил его так. Политика является ведь на самом деле все то, что мы считаем политикой. Вот что мы назовем политикой, то оно рано или поздно и будет ею. Вот, простите, а если мы скажем, что нашего президента нет, это не значит, что его не стало. Можно так считать. Нет, сейчас я поясню свою мысль. Я же сказал, все, что является политикой, а не то, что не является политикой. Это разные вещи. Андрей вспоминал вот первую Эдинбургскую конференцию 1962 года, которая поставила вот этот вопрос, должна ли литература быть политически ангажирована. Ну, во-первых, литература, как известно, никому ничего не должна. Это первое, да? И такой вопрос, как Андрей правильно заметил, мог быть поставлен только в определенном историческом контексте. Этот контекст очень сильно отличается от предыдущего, хотя вот я тут не согласен с Андреем, он говорит, что вот в 30-е годы перед писателями стоял выбор вот либо Сталин, либо Гитлер, а все остальные позиции несостоятельные. Вообразите себе Марселя Пруста, который делает выбор между Сталином и Гитлером. Это же кошмар. А вообразите себе Франца Кафку, который делает выбор между, слава богу, он не дожил до этого, да, между Сталином и Гитлером. А Джойс, третий титан модернизма, дожил до ситуации выбора между Сталином и Гитлером, но никакого выбора, как известно, он не делал. Прайс закончился, в котором Джойс был влечен. 20-е годы. Закончился модернистский проект. Все, другая эпоха. Пикинг. Пожалуйста. Ну хорошо, тоже там были выборы определенные. Кирилл, ну не смешно, кстати. Люди действительно делали трагические выборы. Ну что ж. Кроме там Мариата. Ну, если ты не выбираешь ни того, ни другого, то ты этот выбор не делаешь. Я думаю, что этот выбор... Это когда мы голосовали, голосуем, проиграешь за Ельцина, чтобы не голосовать. Голосовать за Зюганова. Вот это был болезненный выбор. Я понимал, что я голосую за болезнь. Я пошел, проголосовал за это. Что себе сейчас простить, наверное, не могу. Но тогда я полагал, что это единственный возможный честный шаг. Я просто понимаю эту ситуацию. Я об этом как раз говорю. Я не думаю. Все остальное не выбор, не ответ. Сейчас. Либо Ельцин, либо Зюганов. Значит, коллеги, ну, да. Не будем на местные переходить совершенно, мы все-таки, да, это локальная история. Да, это локальная история. Так вот, если двигаться дальше, то вот в 1962 году в Эдинбургской конференции принимали участие, да, Норман Мейлер, Генри Миллер, Уильям Гарриус, Лоренс Даррелл и Стивен Спендер. Каждый из этих писателей по-своему политический, только каждый был политическим, ну, как бы в своем смысле. То, что в результате его деятельности стало политикой. Скажем, вот из перечисленных авторов, с моей точки зрения, наиболее политическим писателем является Уильям Берроуз, который превратил в политику абсолютно все, создав утопию или дистопию, или смесь утопии и дистопии, которая состояла из вещей как бы к классической политики, не относящихся из различных психотропных средств, из полузапрещенного тогда гомосексуализма и так далее, так далее, так далее. Но его политический месседж, который сложился сам по себе, гораздо сильнее, чем политический месседж того же самого Нормана Мейлера, который писал просто, откровенно, прямо политические вещи. А можете ли вы, все-таки мы хотим еще дать слово другим? Да, безусловно. Собственно, все. Тезис последний ваш. Все-таки. Мой тезис очень
очень простой. Этот тезис очень простой. Исторически, да, можно было задавать вопросы, должна ли быть литература политически ангажированной. Но вопрос этот принадлежит, очень четко принадлежит истории, и сейчас его можно задавать только в, не знаю, в ретроспективно. Актуально сейчас этого вопроса не существует. С вашей точки зрения, для современной литературы не актуальна проблема абсолютно политики, да, политической ангажированности? В этой постановке должна ли быть литература? Политика актуальна? Должна? Нет, не актуальна. Значит, ведь речь идет, если мы говорим о литературе и политике, да, о некотором, да, месте и назначении литературы. А, да, все-таки для человека пишущего это всегда было важной проблемой. И запрос общества. Запрос общества к литераторам долго и традиционно, и, кстати, до сих пор это некоторым образом, если не научите жить, то во всяком случае, да, читают, чтобы составить какую-то систему координат. В данном случае литератор может говорить, что он совсем никак не политический, он к этому никак не относится, но у читателя, да, я в самом случае говорю из российского опыта, уважение к письму невероятно, потому что традиционная литература во многом играла, если роль не учебника жизни, то во всяком случае некоторого альтернативного, очень мощного способа постижения действительности. И во многом поэтому, как известно, литература брала на себя огромное количество функций, которые как бы она и не должна была бы нести. Можно говорить об этом, хорошо или это плохо, но от этого и был высок статус писателя. Да, потому что все-таки он был некоторой ключевой фигурой современного мира, да, для разговора. Да. Вот вопрос как раз, да, очень хорошо, что Эдинбургская конференция поднимает этот вопрос 50 лет спустя. А как сейчас? Я хотела дать слово как раз Терезе Преслер, ее точка зрения. Вот, да, соотношение политического и литературы, и насколько эти две области, да, взаимовлияют друг на друга. Вообще, что значит быть писателем, политически ангажированным или не политически ангажированным в современном мире? What does it mean to be a writer who is politically engaged or not politically engaged within modern condition? Well, it's interesting for me because I am from Scotland, so I am. I see. I can. The writer that you haven't mentioned, who was at the conference 50 years ago, was Hugh McDermott, and he had a very definite things to say about a politics and literature. And at this point, to pick up on what Andrea was saying about it being relevant then and not being relevant now, in actual fact, in Scotland, it's going to be extremely relevant, because in 2 years' time, there will be a referendum to decide whether Scotland will become independent, as it has been linked to the UK Parliament for 300 years. So this is of momentous importance, actually, in Scotland. And at the moment, everything in Scotland to do with literature is political. The cartoons are political. The letters to the newspaper are political. The graffiti is political. Because there is a campaign, an official campaign with an official allocation of money that has been agreed between the Westminster Parliament and the Scottish Parliament on how much can be spent on the Yes campaign and how much can be spent on the No campaign. And it's of great interest to writers to see what will happen. And I do think this is actually, you know, it's very, very relevant. I'd like to also take up what Tibor was saying, in that writing shouldn't be slogans. It shouldn't be, you know, slogans are for T-shirts. It's not for novels. But then again, when Melvin began, he was talking about teens and talking about people who didn't have a voice, who had no voice. And as a librarian and as a writer, what I'm looking at when children are reading, when children begin, we have a very strong sense of self, but it's by reading that we begin to have a sense of other people's self. It makes a child more aware, and an adult more aware, that their fellow human beings have an equal sense of self. And it's through literature that we have engagement with the world. And I think if politics, the sort of reason for politics is to
have engagement with the world that will bring change, and we need change in the world. We need change in the environment, and we need change in the economy and how the economy is dealt with, and the people who are responsible for the condition that the victims of the economic crash are living in are not held responsible for that. And even though you speak about a membrane, of seeing things through a membrane, I do think that we have to, if you write about the experience, about the human experience, then I think it reflects what is happening. It's one of the great cries of literature for young adults in particular, to be relevant, because at that time you're very passionate about things, you feel things, even your senses, your sense of smell, and how you listen to music. And I think it's very close to your heart. And I don't know whether that answers questions or gives answers or raises more questions for a discussion. But I think the whole concept of political literature and having literature that is political is dangerous. It's very dangerous, and almost as you said, Irina, if the state takes that by subsidizing artists, or by creating sort of cliques of artists, then artists have to be very, very careful of what they are actually creating in a situation like that. Спасибо. Понимаю вашу позицию. Да, она близка во многом моей, как постсоветскому человеку. Но мы, наверное, когда говорим о литературе и политике, ангажированности, мы очень часто смешиваем две важные функции. Ну, собственно, политическая ангажированность писателя как человека, его некоторая позиция, и собственно, художественный текст. Да, что часто в общем разводятся, да, иногда. Да, это не обязательно, что человек, исповедующий какие-то определенные системы взглядов, он обязательно это в тексте вводит. И мне здесь как раз интересен был пример приводимых разных писателей, которые, можно сказать, политические, но звучал Орвел и звучал Толкин. Писатели выдающиеся, и которые, разумеется, и в дистопии, или утопии, или фантастические, называйте как угодно их жанры, но, конечно, были сформированы и написаны, под влиянием катаклизма 20 века. Но при этом они избирают не политический роман, описывающий кошмары, они берут некоторую такую сказочную реальность. И здесь встает вопрос. Мы считаем эти тексты политическими, то есть это политически ангажированные тексты, или это все-таки глубокое, внутреннее переосмысление этих катастроф, где заканчивается, собственно, политическое и начинается, собственно, творческое. Да? Вот, мне кажется, понятно, что Толкин — это, конечно, ответ, это силы добра и зла, это такие катаклизмы, разрывающие вот эту страну, Средиземье, но понятно, что это почти аллюзии, аналогии, только что прошедшей страшной войны. При этом, я не знаю, как читает новое поколение эти тексты. Оно их воспринимает, собственно, политическими. В том смысле, как читали это современники Толкина, которые были детьми войны или людьми прошедшими. Так что вот эта сама идея политического, насколько она в тексте остается, насколько она обусловливает этот текст. И это, мне кажется, есть большая проблема. Кстати, как вы это думаете? Я, слушая разговор, вспомнил, как, по-моему, в 2007 году, я читал некий материал, что в Америке республиканцы, правые, понимая, что они проиграли битву за литературу, за Голливуд левым и демократам, сполошились, и вышла книжка «Мама, помоги, у меня под кроватью засели демократы», где, детям объяснялись ценности республиканцев, правых, вся порочность либеральных и левых ценностей.
в этом смысле литература вся мировая сейчас, она, понятно, что она политична, но при этом она однополярна. Интеллектуал может быть только интеллектуалом левых взглядов, в разных, левых, леволиберальных, левосоциалистических. Вот, за редкими исключениями, которые нужны лишь для того, чтобы большинство еще больше себя, чтобы большинство было проще позиционировать себя именно вот в этих левых взглядах. В России все немножечко по-другому, потому что, ну, во-первых, у нас немножечко другой механизм и другая роль писателя. Поскольку традиционная система разделения властей не работает, поскольку за редкими исключениями историческими нет ни парламента, ни суда, писательское сообщество, какая-то писательская республика выполняет функции парламентов. Она действует как демократия, она заставляет, это работает как демократический принцип. Демократия, в принципе, это же очень простой механизм. Есть куда пожаловаться. Вот писатели выполняют самую функцию. Им люди жалуются, и они через литературу высказывают какие-то пожелания простых людей и их недовольства. Этот механизм действует везде, но просто в других странах, в том числе в Англии, работают и другие механизмы. У нас работает только литература. И странным образом сейчас у нас, сложно себе представить в Англии или во Франции автора детективов правых взглядов. Детектив монополизирован людьми левых взглядов. И, в общем, там, французский детектив скорее он решает вопросы политические, нежели сугубо криминальные. Он немножечко по-другому. В этом смысле понятно. При этом, помимо вот этой тенденции, еще есть нормальная другая тенденция, когда литература то политизируется, то деполитизируется. Становится более просто скучно уже, и люди переходят на другой этап. Отвечаешь на прямой вопрос по поводу Толкина. Я не думаю, что счастье заново считывается, но, условно говоря, антироссийский пафос книги про Гарри Поттера вполне, я думаю, считывается. Который там есть. Он там есть. Вот. Наверное, так. Знаете, я когда слушала британских и российских коллег, я просто подумала, что когда мы говорим о литературе и политике, мы полагаем, что есть какая-то одна политика, с которой мы либо сражаемся, либо мы так или иначе связываемся. Но я просто хочу напомнить вообще такой классический пример конца XIX века, когда появляется новое направление в литературе и в искусстве, которое окрестили декадансом. И интересно, что это отрицательная нашлепка, которые преследуют этих художников до наших дней, а мы сейчас видим возрождение того же самого, только теперь слово постмодернизм, во всяком случае в России, такой ругательный характер начинает носить. И в чем была проблема, если мы посмотрим, да, почему так болезненно тогда часть общества, критиков и политиков реагировали на декаданцию? Потому что никакого там особого уж разврата не было, как мы приписывали, это была, так сказать, возможность очернить. Но там была выложена другая система ценностей. Это фактически была городская культура, вполне автономная, да, попытками какими-то, да, жизненных, то есть радость жизни, скажем так, да, это какого-то другого строя, не человека, гражданина, подчиненного милитаристской доктрине, а выстраивание какого-то автономного пространства. Это, так сказать, чувственность, это эстетизация жизни. И она встречала невероятное отторжение, начиная от императоров, президентов и так далее, до части общества. Мне кажется, что вот вся литература 20 века, если мы сейчас смотрим 21 век, мне кажется, эти две ментальности, два типа взгляда на мир так или иначе все равно сталкиваются. И когда мы говорим о политизированности литературы, в некотором смысле здесь какие-то разные литературы и разные типы политической вовлеченности, наверное, обуславливаются. А мы, может быть, не видим это очень важного раздела. Может, звук докладчика?
Мы все время говорим о какой-то единой политике, да, и какой-то литературе, которая все время реагирует. А вот это столкновение разных взглядов, да, системы ценностей и разных отношений к жизни, и рождает, наверное, разные отношения к политике, и понимание, что такое политическая вовлеченность. I think everyone here sounds very traumatized by what you described as the cataclysm of the 20th century. It was a cataclysm, and the huge political events which took place between left and right and between totalitarianism and democracy have perhaps left us feeling that politics, as it were, no longer exists. But of course it does. It exists in very different forms. Politics isn't just about ideology. It's not just about political parties. It's about role and power within society. And consequently, your relationship with your employer is a political relationship. Your relationship with your partner or your boyfriend or your girlfriend is political. Your relationship with your children is political. Anyone who has children and educates their children knows that education is political. Who gets the best bite of the cherry, boys or girls? How do we, for example, in my own country, I feel that primary school education is much more about exploration of ideas and a love of knowledge, whereas by the time you get to high school, it's much more about training you for the workplace. These are political things, and if you are writing a contemporary novel about people in education, you need to be aware of this. One of the things that drove me up the wall at the last Edinburgh conference was the way practically everyone seems to regard writing as some form of self-expression. And I was thinking, well, I bet if you were the only one reading your book, I bet you'd be pretty pissed off about it. So, you know, I kind of think, you know, it's an act of communication, and it's an act of it's an act in which we imaginatively explore, isn't it? We explore the society around us in terms of relationship, in terms of character, and in terms of the individual, but within society. We try and turn up real insights, and we try and recover real understandings, and sometimes imaginatively you can arrive at understandings of people in society which are very much harder to get from the study of real life. That's the fantastic thing which novels do. We hear the inner voice of people, and we hear their inner response to the world around them. And we notice in the West how much voting drops off, and the percentage of it drops off, and I feel it's because people have felt that politics is somehow no longer relevant to them. But it is relevant to us. It's irrelevant to our role as writers, our role as parents, our role as husbands and wives, our role as employees and employers. And although it's not necessarily going to bring down the government, and although it's not necessarily going to change the means of production, nevertheless, these things remain political, and if we're not aware of this political manifestation on every element of our lives, then we are casting ourselves into ignorance. Андрей, я думаю, ваше последнее слово, и мы вопросы, да, потому что у нас время исходит. Вы хотели бы ответить на вопрос или? Ну, да, у нас, видимо, с Павлином немножко разное понимание политики. Я, конечно, согласен, что мы не можем, когда мы пишем, там, не знаю, об образовании, о чем-то, мы обязательно как-то реагируем на всякие нюансы политические и так далее. И в любом случае мы будем политизированными, и политика, в общем, действительно имманентно присутствует в каждом нашем жесте, поступке, поведении и так далее. Я просто немножко о других вещах говорил. Мне просто представляется политика несколько иначе. Мне представляется это как, не знаю, такое столкновение очень серьезных идеологий, как, не знаю, проявление индивидуальной воли. Вот Наполеон — это политик, да,
мне кажется, современные политические деятели Европы, России политиками не являются на этой стране. Хотя политика тоже, наверное, существует сейчас. У меня немножко другая позиция по этому поводу. Вот. Хотя существует, не знаю, пишут книжки, вот выходят на русском языке, книжки про политическую историю. То есть книжки про то, чего нет на самом деле. Но их очень интересно читать. Недаром их так интересно читать. Я поняла, что если политик не Наполеон, то он уже и не политик. Нет, если он Ельцин был политик, у него воля должна быть. Мы не будем. Значит, да, понятно. Но, коллеги, в данном случае решить вопрос политической ангажированности в принципе невозможно. Об этом всегда важно спорить. И что, если я правильно понимаю, мы обсуждали, казалось бы, с разных сторон, тем не менее, я думаю, что пафос, я бы сказала так, британских коллег, да, больше похож на то, что, изучая общество, вы все равно так или иначе в сфере политики. Да, если вы, как, поете ли вы о соловьях или описываете, как работает машина распадающейся империи, да, если это художественный текст, то он все равно так или иначе встроен в некоторую политику в широком смысле слова. Мне кажется, пафос российских людей, а скорее идет разговор о том, что необходимо... Not everything is political, but where there are relationships between people and institutions that have a power relationship, then that is political. We can let the nightingales off. Я хочу сказать, что касается Соловьев, то, скажем, в советском контексте, когда идеология пыталась пронизывать все, и писатели заставляли быть политическими, хотели они того или нет, принципиальное писание о Соловьях было политическим жестом. Значительно больше, чем писание про стройки коммунизма. Поэтому очень важное понимание контекста, поэтому Соловьи тоже не исключаются, наверное, в определенном смысле. Мне кажется, пафос российской стороны не отрицает неизбежности политики. Скорее всего, в направлении, что литература способна создать альтернативную в каком-то смысле реальность, альтернативную жизнь и альтернативную политику. Да? То есть писатель как политик – это скорее противостоящий диктату такой реальной политики. И он создает некоторую другую систему координат. А если, я думаю, вопросов должно быть много. Да, пожалуйста. А у кого микрофон? Да. Я хотел бы, это не вопрос, но вот реплика, отталкивающаяся от тезиса Кирилла относительно того, что сам вопрос, должна ли литература быть политической, утратил свой смысл. Мне кажется, что даже не потому, что литература должна или не должна, а просто потому, что литература всегда по факту уже является политической. Вопрос должествования здесь скорее связан с осознает это литература и писатель свою политическую ангажированность или не осознает. Я бы вообще не противопоставлял политическое, скажем, и человеческую природу. Человеческая природа как нечто, так сказать, глубинное, фундаментальное, связанное с какими-то основными вопросами бытия, и политическая какая-то надстройка. То есть человеческая природа такой своеобразный базис, политическая надстройка. Политическое ядро человеческой природы, в том смысле, насколько человек, всегда встроен какие-то отношения, господство и подчинение, насилие и солидарности, склонности вступать в какие-то сообщества или склонности избегать этих сообществ, это всегда будет политическое. Точно так же, как странное разделение эстетического жеста и политического, Андрей. Но действительно странное, поскольку и постмодернизм, с его аннигиляцией субъекта, с его отказом от линейного нарратива, с его отказом от
телеологической истории и так далее, естественно, был особым типом политического проекта. Это тоже политика. Да, то есть, как бы странно считать, что если литература, не знаю, ведет, ну, как бы зовет на баррикады, то это политическая литература. А если она зовет к супермаркету, то это как бы деполитизированная литература. Я не разделял идею. Ну, нет, ну, как бы... Я говорил, это одно и то же. Да? Вот этот эстетический жест, это как бы такая же политика. Насколько слово перформативно, да, насколько литература и высказывание не только отражает реальность, а перераспределяет какие-то отношения сил в этой реальности, она политическая. И здесь, понимаешь, я не думаю, что есть смысл отказываться от того, где разделять эти две политики. Политику просто как отношение сил и политика как, не знаю, там, социализм, коммунизм, фашизм, нацизм и так далее. Ты в любом случае, как бы даже мобилизуя там людей в фитнес-центр, в супермаркет, торговый комплекс, там, комплекс развлечений, в общем, совершаешь политическое движение. И оно всегда будет также укладываться в какие-то спектры левые или правые, независимо от того, артикулирована эта политическая позиция. Спасибо. Я очень рад, что Илья сказал вот то, что он сказал, потому что это как раз и есть то, что я имел в виду, когда говорил, что политика – это то, что мы считаем в данный момент политикой. Просто, мне кажется, мы смешиваем две вещи – политическую ангажированность и политическую вовлеченность, involvement. Это разные вещи. Ангажированность существует, она предсуществует как бы вообще художественному высказыванию. Вовлеченность – это как когда вот Жан-Поль Сартр вовлекается в политику, будучи Жаном Полем Сартром. Это две разные вещи. Естественно, что политика является абсолютно все, имеющее отношение к отношениям власти и подчинения. Это может быть отношение между boyfriend и girlfriend, это может быть отношение, я не знаю, на производстве, это может быть все, что угодно. Если мы эту ситуацию прочитываем намеренно как политику, тогда мы политически ангажированы. Будут ли еще какие-то вопросы? Да, пожалуйста. Спасибо огромное за дискуссию, которая, впрочем, на протяжении всей своей длительности представляла ощущение счастье в какой-то машине времени, да, то есть вот, и как ни странно, 60-е какие-то годы, мне казалось, сегодня репрезентированы не эдинбургскими коллегами, не британскими коллегами, а как раз российскими, вот, но не теми славными политизированными 60-ми, я имею в виду, а вот просто таким откатом в прошлое. Я даже сказал забвением, ну, как бы российской такой демократической традиции российской демократической литературы, которая в советское время еще в какой-то мере сохранялась, да, и попыткой выхода в какой-то космос неангажированности, космос аполитичности, космос чистой эстетики, который тем более диссонирует с современной там политической обстановкой. Но я, прежде всего, имею в виду там реплику Андрея, вторую очередь Кирилла и так далее. Потому что мне кажется, что сегодня вот это такая новая российская политичность, да, с одной стороны, жаждущая больших нарративов, да, понимающая политику как только борьбу в больших диалогах, с другой стороны, другой рукой эти же большие нарративы топящие, да, в языковых играх там, и так далее. И вот во всей этой противоречивости, прежде всего, симптоматично. Да, если это симптом, прежде всего, мне кажется, говорит о том, что мы наконец добились как бы вот такого ground zero, где, начиная с которого литература может отстаивать свои собственные, ну, как бы отстаивать свою автономию, что ли, да? И несмотря на то, что это может касаться прогресса, да, после очень долгой смычки литературы с политикой, там, с 19 века и в советское время, мне кажется, конечно, что это некоторый откат, некоторая регрессия, вот, потому что, конечно, очень легко было в этой дискуссии не понимать друг друга, как бы, коллегам российским, коллегам британским, просто пользуясь там разными словами, да, то есть, я, по-моему, даже в программе видел совершенно разные формулировки. Один раз было употреблено политичность литературы, может ли она быть политичной,
на другой раз должна ли быть политически ангажирована, да, то есть наряду с модальностью здесь как бы различались. Я думаю, что, конечно же, ангажированность сегодня говорить довольно старомодно, но в то же время отрицать политичность литературы, изначальную, конститутивную политичность литературы, это еще более странно. Точно так же, как не понимать, что всякое избегание политики, да, или стремление к некой чистой эстетике, это такая же политика, это другая политика, точнее, да, и определенная идеология чистая, эстетика. Очень почтенная, да, традиция, но тем не менее имеющая свои политические корреляты. Да, спасибо. Хотите ли вы прокомментировать что-то? I still haven't changed my opinion. I mean, I think the point the gentleman just made is very relevant. It does, to a very large extent, boil down to definition, and that's why we could, you know, talk about this for much, much longer. Просто то же самое, о чем мы говорили в течение длительного времени. Знаете, да, слово политика в российском контексте имеет столько разных сложных оттенков, что, может быть, мы когда спорим, мы говорим об одном и том же. Но я хочу сказать, что сама традиция, вы правы, в смысле эстетического жеста, не политического, есть политика, но правильно, знаменитая фраза Андрея Синявского, что у меня восхождение советской власти эстетического свойства. А это в данном случае очень точно характеризует ситуацию, как развивалась неподцензурная литература, да, и культура во многом. А, да, она исходила из борьбы эстетики, а не даже политики в основном. Но, конечно, с этой точки зрения это тоже был политический жест. Да, потому что право не писать о политическом, право, так сказать, эстетства, которое было запрещено, да, в Советском Союзе, считалось без, так сказать, всегда инкриминировалось, что это, так сказать, да, какой-то неправильный подход к литературе. Это было не менее важное, может быть, да, вот, если бы это политический шаг, просто слово, важный политический момент отстоять способность писать вот про изысканные эстетические темы. Поэтому здесь, мне кажется, всегда надо иметь подкладки, что советская литература, извините, совсем не была монолитом. Да? А есть огромная сфера совершенно другого отношения к политике. Будут ли еще какие-то вопросы? А если нет, тогда я хотела бы поблагодарить и британских, и российских участников за, мне кажется, очень интересный и яркий разговор. И в данном случае мы видим, что проблема позиции художника, скажем так, старинным языком, а некоторые внутренние системы его ответственности, его отношения к политике остаются тем не менее злободневной темой, и за 50 лет она совсем не потеряла своей остроты. Может быть, формулировки меняются, но сама проблема остается. Спасибо большое. Спасибо. We have asked another UK author, Alex Preston. We've asked one other UK author, Alex Preston, to come and do a short summary to bring some of those themes together. Okay, Alex. Alex. Can't wait for this. Wow, that's That's some challenge. I'm gonna stand here and speak to you. Firstly, I thought that was just amazing to listen to people who are sitting on the same stage and yet clearly are in very different countries and coming from very different worlds. And I think that this subject, because of the great history behind the literature of the UK, behind the literature of Russia, we really saw performed by the various panelists the extreme difference between the positions on the subject. So Melvin, at the start, talked to us about how we can't escape politics, how politics is a membrane through which we see the world.
that Shakespeare was a propagandist, which of course he was, that even our shopping lists are political. Melvin also talked about something I think very interesting, which is this idea of writing within the tradition of the oppressed, writing to give voice to those who don't have voices, and the way that as a writer for young adults, this is an area where he is able to give young people role models, and that is a political action to give young people a voice. We then had Andre taking us through why actually this isn't an age in which we can even answer this question, starting in the 1930s and moving up to the present day, talking about why writers could be politically engaged in those times, and then talking about the way that politics has become corporatized, the way that it has disappeared and become a gesture, a game, something that is no longer in a postmodern world, no longer possible for the author to engage with politics. I think one thing that we didn't discuss and that I think would be extremely interesting is to think about the difference between the text as time passes. And I'm thinking of, there was a famous moment when Animal Farm was handed in by George Orwell to a series of publishers, and several of them turned it down, saying, we don't think there is an audience for animal-related literature at the moment. None of them seeing the extremely obvious allegory that was going on in this novel. One of the things that we've all talked about a little bit is the idea of a disengaged author. Is it possible, like Proust? Is it possible, like Kafka? Andre, you referred to that wonderful novel by Orhan Pamuk, who is a writer who is inextricably involved in politics, in that he has the Turkish state looking over his shoulder at all times, and yet is resolutely disengaged in the way that he presents the world. Another writer I could bring up is J.M. Coetzee, who is often, he's a South African writer, he's often criticized for writing allegorically, for not writing with realism about the troubles of South Africa. He wrote Waiting for the Barbarians, which is a magnificent novel, but it is an allegorical novel, and he wrote this about apartheid in South Africa, and he was criticized for not meeting things head on. At the Edinburgh conference, Adaf Souef, the Egyptian writer, said that she felt that it was the job of the writer in a time of crisis, and obviously speaking about the problems in the Middle East, about the Arab Spring, it is the job of the writer at times like this not to resort to fiction, not to tell stories using the architecture of the novel, but to tell the stories as they are, to tell real life. And I disagree with this. I think one of the things that the novel brings us is an extraordinary openness and an ability to enter into the minds of people and to see the world through their eyes. And that is a political act in itself. And books can change the world. One of the things we hear about, I think it was Kostya was talking about the power of books to replace or stand in for the democratic process, the way that books can stand in for those people who aren't able to speak. You think of Uncle Tom's Cabin in the States, you think of Ignazio Silone's Fontamara, which brought the evils of Mussolini's regime to the world. You think of One Day in the Life of Ivan Denisovich. You even think of something like the Satanic Verses and Salman Rushdie's novel, which saw a fatwa taken out against him. And you see how a novel can stand in for something and how it can open up the world for people. And I just think, to finish off with, this again reminded me why I love Russia so much, why the literature of Russia is so important, and why it continues to be important, that it is through these books that we are able to enter into the world of Russia. I didn't come to Russia until a few months ago, but I felt like I had lived here all my life because I had spent so much time with Russian authors. And I can only thank the wonderful British and Russian authors that we have here for such a fascinating discussion. Thank you. Прекрасное завершение. Всю нашу дискуссию можно завершить одним. Пожалуйста, читайте хорошие книги. Спасибо большое.
Приходите на следующие дискуссии в рамках Эдинбургской конференции.